Всем привет! Сегодня эксклюзивное видео для подписчицы с моего сайта Patreon Марии Луизы Дюбуа, Франция, которая просила рассказать о названиях животных, птиц и насекомых. Русский с носителем на Патреоне. Что будет на этой странице? На Патреоне мы с вами продолжим изучение русского языка. Подписавшись на мою страницу на сайте, вы найдете много интересного. PDF каждому видео, ссылки на интересные сайты, статьи, аудио, записи песен с субтитрами, учебники для взрослых и для детей, прописи, ссылки на сайты для изучения русского с нуля и для продвинутого уровня, интерактивные задания и многое другое. Вы получите быстрые ответы на ваши вопросы, так, как вам удобнее, или на Патреоне, в личном сообщении на вашу электронную почту или на платформе YouTube. Ссылку на Patreon вы найдете в описании под каждым видео. Вступайте в группу участников и давайте изучать русский вместе. Животные. Животные. Домашние животные. Собака. Собака – друг человека. Кот. Кошка. Многие любят кошек. Хомяк. Хомяк – это грызун. Попугай. Некоторые попугаи умеют говорить. Золотая рыбка. Золотая рыбка живет в аквариуме. Морская свинка. Морская свинка любит овощи. Мышь. Крыса. И мышь, и крыса имеют хвост. Шиншилла. Шиншилла – это забавный зверек. Кролик. У кролика мягкий мех. Канарейка. Некоторые канарейки умеют петь. Корова. Бык. Корова дает молоко. Лошадь. Конь. Лошадь ест овес. Коза. Козел. Из козьего молока делают сыр. Курица. Петух. Курица несет яйца. Свинья. Хряк.
свиней выращивают на мясо. Индюк. Индейку готовят на День благодарения. Овца. Баран. Овца дает шерсть. Гусь. Утка. Гусь и утка могут плавать. Дикие животные. Тигр. Тигр – это большая кошка. Слон. Слон – это большое животное. Жираф. У жирафа длинная шея. Лев. Лев – это царь зверей. Волк. Волк – это дикая собака. Лось. Олень. У лося и оленя есть рога. Медведь. Зимой медведь спит. Гепард. Леопард. Леопард и гепард – это быстрые животные. Змея. Змея может быть ядовита. Обезьяна. Обезьяна похожа на человека. Акула. Акула – это опасное животное. Орел. Орел летает высоко в небе. Сурок. Есть кино «День сурка». Рысь. У рыси на ушах кисточки. Носорог. У носорога на носу рог. Выдра. Выдра – это мелкий хищник. Шакал. Гиена. Шакал и гиена питаются падалью. Летучая мышь. Летучая мышь спит вниз головой. Буйвол. Буйвол – это дикий бык. Пингвин. Пингвины не умеют летать. Зебра. Зебра – это полосатая лошадка. Осел. Говорят, ослы упрямы.
Белка. Белки любят орехи. Пантера. Пантера обычно черная. Зубр. Зубр – это сильное животное. Кенгуру. Кенгуру прыгает высоко. Лягушка. Жаба. Лягушка живет у воды. Лебедь. Лебеди верны друг другу всю жизнь. Ёж. Ёж колючий. Дельфин. Дельфины – это умные животные. Паук. Паук плетет паутину. Бобер. Бобер строит плотину. Голубь. Голубь – это городская птица. Бегемот. Гиппопотам. Бегемот – это крупное животное. Заяц. Заяц любит морковь. Крокодил. Аллигатор. Крокодил хорошо плавает. Коала. Панда. Коала и панда – это мини-медведи. Енот. Еноты – это социальные животные. Кит. Кит живет в океане. Лиса. Лиса считается хитрым животным. Черепаха. У черепахи крепкий панцирь. Я люблю кошек. А какое ваше любимое животное? Птица. Единственное число. Птицы. Множественное число. Аист. Аист любит вить гнездо на крыше дома. Альбатрос. Альбатрос – это морская птица. Баклан. Баклан имеет длинный, тонкий клюв.
слово «баклан» в русском языке употребляется, чтобы описать тупого человека. We use this name for a stupid person. Воробей. Воробей – это маленькая городская птичка. Ворон. Ворон умеет каркать. Галка. Галка – это шумная птица. Глухарь. Глухарь день обычно проводит на земле, а ночует на деревьях. Мы зовем глухарь человека, который притворяется, будто бы не слышит вас. We call глухарь a person who pretends not to hear you. Голубь. Раньше голуби разносили почту. Грач. У грачей оперение черное. Гусь. Гусь питается в основном растительной пищей. Мы называем гусь человека, который считает себя важной персоной, а на самом деле таким не является. We call goose a person who considers himself as important person, but actually not. Дрофа. Дрофа занесена в Красную книгу. Дятел. Дятел питается насекомыми. Мы называем дятел надоедливого или шумного человека. We call дятел a boring or noisy person. Жаворонок. Говорят, жаворонок – ранняя птичка. Мы называем жаворонок того, кто рано встает. We call жаворонок a person who gets up early. Журавль. Журавль – это крупная болотная птица.
Иволга. Птица Иволга небольшая и яркая. Коршун. Коршун – это хищная птица. Кукушка. Кукушка подкидывает свои яйца в чужие гнезда. Мы называем кукушка женщину, которая бросила своих детей. We call кукушка a woman who left her children. Ласточка. Ласточка добывает пищу в воздухе. Лебедь. У лебедя длинная шея. Малиновка. У малиновки рыжая грудка. Орел. Орел гнездится на земле, скалах или деревьях. Павлин. Павлин имеет пышный веерный хвост. Пеликан. У пеликана под клювом есть мешок для ловли рыбы. Попугай. Большинство попугаев очень ярко окрашены. Синица. У синицы желтая грудка. Скворец. Пение скворца обладает широким диапазоном звуков. Снегирь. У снегиря красная грудка. Сова. Совы в основном ночные птицы. Соловей. Соловей – это перелетная птица. Сорока. Сорока любит блестящие штучки. Мы называем сорока
человека, который много говорит. We call сорока a person who talks too much. Страус. Страус не умеет летать. Удод. Удод – это небольшая, ярко окрашенная птица с хохолком. Фазан. Фазан – это птица, объект для охоты. Филин. Филин – это крупная, хищная птица. Фламинго. У фламинго длинные, тонкие ноги. Цапля. Цапля – это птица, живущая на мелководье. Чайка. Чайка может вырвать у вас из рук кусок еды. Щегол. Щегол имеет круглую голову и разнообразную окраску. Ястреб. Ястреб питается мелкими птицами и млекопитающими. Вы любите птиц? Какая птица ваша любимая? Вы любите наблюдать за птицами? У вас дома живут птицы? Вы кормите птиц на улице зимой? Насекомое. Единственное число. Насекомые. Множественное число. Бабочка. У бабочки красивые разноцветные крылья. Блоха.
Блоха кусается. Богомол. Самка богомола убивает самца после спаривания. Божья коровка. Божья коровка умеет летать. Вошь. Вошь питается кровью. Гнида. Гнида – это не только яйцо вши, но и название плохого человека. Гусеница. Гусеница превращается в бабочку. Жук. Жуки бывают разного вида. Клещ. Клещ переносит энцефалит. Клоп. Клоп ведет ночной образ жизни. Комар. Комар сосет кровь. Кузнечик. Кузнечик умеет прыгать. Многоножка. Многоножка любит влажность. Фу, какая гадость. Моль. Моль любит есть шерсть. Мотылек. Мотылек летит на свет. Муравей. Муравей живет в муравейнике. Муха. У мухи большие фасеточные глаза. Оса. Оса может ужалить. Паук. Пауки могут быть ядовитыми. Пчела. Пчела собирает нектар.
Саранча. Саранча может уничтожить посевы. Сверчок. Вы когда-нибудь слышали пение сверчка? Светлячок. Светлячок может светиться. Стрекоза. Стрекоза похожа на вертолет. Таракан. У таракана жесткий панцирь. Тарантул. Тарантул – это большой паук. Тля. Тля поедает листья. Шмель. Шмель – это большая пчела. А вы любите насекомых? Пока все. Задавайте ваши вопросы на моей странице Patreon. Ссылку на страницу вы найдете под каждым видео.